всех впускать, никого не выпускать. Доброго здоровья, Марья Карповна. И вам, люди добрые. Благодарствуйте. Марфы Матвеевны нет? Сами ждем. Присаживайтесь. А вы, извиняюсь, сами откуда будете? Личность моя Марфе Матвеевне вполне знакома. По-первых, не закусывал. Ну как, в казармах-то у вас? А я только что с чугунки. В деревне был на побывке. Так, так, так. Ну а в деревне как? Что в деревне, что в городе. Скоро одно будет. То есть как одно? Я и говорю, в деревне-то взялись. Ну? Что не ночь барину петуха запускают. Какого петуха? Красного. Ну, рассказывай. Мужик, он какой умысел имеет? Мужик имеет умысел землю взять. А барин какой умысел имеет? Барин имеет умысел землю не дать. Так. Вот оно и получается. Аграрные беспорядки. Так, 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 так. Ну, ну. Ох, займется скоро. Заполыхает по всей Руси. Ну. О, безобразие, конечно. Что безобразие? Безобразие, говорю, что себе позволяют? Кто? Что? Что кто? Сволочь народ! Охамели! И то им дай, и это им дай! Постоим за веру православную, за царя-батюшку! Пусть сей царствует на славу нам, на страх врагам! Верно? Верно. Сиди. Ты зачем сюда пришел? Свататься. Чего? Свататься. Вон Марья Карповна будто и не против. А Марфа Матвеевна ни в какую. Серый, говорит, я для ее. Жених. А вот посмотрим, какой ты жених. Посмотрим. Законным браком жених. Серая я. Эх, закусочки бы. Марика! И по-третьей не закусывай. Вот с нашего полку запасных, которые царю-батюшке верой и правдой служат, говорят, к вам берут. Куда к нам? В охранное. А ты почему знаешь, что я из охраны? На то солдату смекалка дадена. И по четвертой не закусала. Вредно. Косой! Всех пускать и никого не выпускать. Служба наша, друг ты мой, псовая. Зато наградные, наверное, хватает. Какие к черту наградные? Два дня в баке из-под керосина просидел. О, брелок фараже пожаловали. Три копейки цена. Ты смотри, а? Вот внутренний агент, это другое дело. Тот спит, а деньги ему идут. Ну, да.
Сотенное, говорят, этому положили. Кому? Кому, говорит? Бомбисту. А, студенту. Болтаешь, скотина. Студенту. Всех выпускать и никого не впускать. Московский совет рабочих депутатов прислал нас к вам, родные братья питерцы, начинаем! Примите подарок от прохоровских ткачей. Тут все сказано. Сами вышивали. Да здравствует восстание! Революционный расцвет! Ура, товарищи! Товарищи, я призываю вас сохранять хладнокровие. Обстановка тревожная, товарищи. Реакция мобилизует все свои силы. Царь дал генералу Трепову полномочия неограниченные.